уезжаем в Верону. Можно сойти с ума с ихними водителями. Только москали хорошо водят. Так, ты смотри, 300 метров туда. То есть... 200 фит направо? Да. Пожалуй, направо. Нас пропускает или нет? Да не очень как-то. Старый город будет. Аккуратно переходят люди. А почему люди переходят на вот не черные люди, как итальянские люди, итальянский мужчина с итальянской девочкой? Не здесь, нет. Нельзя. Водопады. Водопады, а фонтаны, водопады. За дорогой. Так, тут направо. Что, по-моему, нельзя ехать. Так, тут направо, правильно повернули. Угадали. Сейчас будет налево. Правильно поворачиваем, угадали. Вот украинцы идут. Все-таки въезжаем куда-то. Желтый свет. Вот этим стенам тут еще Ромео и Джульетта хаживали. Туда-сюда, туда-сюда. Какие там фамилии, семьи были? То есть on the left где-то. Ты помнишь, как называется? 24, наша Страдоне Сан-Фермо. Называется улица. Как называется сам? Не знаю. Комплекс. Не знаю. Там что-то написано Magnific. Что-то. Как ты думал? Короче, умереть не встать, апартмент. Знаешь, называется? Где он? Камелан. Как так получилось? Вот. Отсюда, наверное. Вот Верона выписана. Как называется она? А что, ну, что ты мне суешь? Я за рулем. Magnificent Residential San Fermo. Вот и самый дашборд. Поселился на дашборд. Люк всякий. Так, заселились. Наконец. Были перипетии небольшие. В один номер, в другой номер. Прям как Моника с Чендлером. Вот вышли из нашего апартмента. И идем. Это вот... Да, это вот наша улочка. Апартмент наш сзади остался. Я потом попозже его покажу вам. Вам, нам, всем на память. Идем сначала сразу увидеть балкончик Джульетты и покончить с ней. А дальше как пойдет. А, это тоже название гостиницы.
цікаво, мені. Что такое Кьеза, я не знаю, я думаю, что это типа церковь. Вот это Ди Сан Фермо. Что это означает? Пес его знает. Может быть, он еще и даже открыт? Не знаю, сейчас увидим. Он. Почему я сказал он? А что, мы правильно идем? Не слышу. Но интернет нет. Это всегда приятно, когда вдруг отключается интернет. Перешел на другую камеру, та умерла. Короче, где-то мы в центре. Ну, а видишь, нам показывает, что мы идем в другую сторону. Ну вот, вроде бы мы нашли. Вон он, этот несчастный балкончик, который расписали, распели. Везде, где возможно. И нельзя. Ну вот и он. Ну да. Вот и она, Джульетта. Ее надо потрогать за все места. На счастье. Ее обтрогали. А видишь, уже все обмацано. Вечером должно быть тут все покрасивее. Ну еще, знаешь. А чем тебе сейчас нравится? Нравится, нравится. Площадь красивая. Кстати, арена в ту сторону надо идти. А. Что за малый? Берто Барбарани какой-то, поэт был. Это чай, мама.
Хочешь внутри пройтись? Вот туда надо как-то забраться. Ну, рынок уже закрывается. Сейчас уже... Сколько времени-то? Сейчас уже 6:13. Обычные сувениры, стандартные. Что мне тогда понравилось? Лимончелло. Такие стаканчики. Что, купить? Завтра уже мы не купим. Мне надо, чтобы ты помог какой. Это красивый стаканчик. С ручкой, да. Нет? Вот что она покупает сувенир. А стаканчик-то ты взяла? На руку один. Она Аврора. Знили тут? Где ничего не написано? Что не написано? Как, ой, нифига. А как бы залезть все-таки на башню, а? Вот вопрос. Верона хорошая. Сейчас мы вернемся сюда. Если бы нам еще было... Закрыто. Закрыто? Да. Закрыто. До 6, по-моему, вечера было. Ну там написано, до скольки было. Бегаю, да? Посмотри, во сколько открывается. Сейчас тетя сделает. Еще раз иду. Плохо посмотрел. С 10 до 6. Если бы сегодня был холодный, то я бы успел. А так до 6 закрылся, а сейчас 6:20. Мы дурью маялись. Так я поднимусь наверх, попробую. Мне хоть куда-то надо подняться сегодня. Так это все выглядит.
похожий такой был. Помнишь, в Базеле был такой похожий. Артёнок, иди в центр, я тебя сфотографирую. Да, площадь красивая. Очень такая. Да, тут, наверное, фрагмент. Ой, да, кстати, Данте. Данте, который написал «Семь кругов ада». Там будет, видишь, там, туда нельзя, там только посидеть. А, ты хочешь посидеть? Как это площадь называется? Мы даже не знаем. Как площадь называется? Может, площадь Данте? Короче, там, где Данте стоит. Окей. Все такое старое. Колодец такой. Поварёшка. Интересно. Помедленнее, а то я записываю. Здесь всегда находят наших. Кстати, смотри, на то, на фрески всякие. Пойдем посмотрим Дуомо. Thank you.
Он тот колодец, который тебе понравился. Вон, гончонок, купи себе сувенир вот, для парикмахерской. О, это почти перчатка Майкла Джексона. Это ножнички. У них знак стоп когда-то был. Это вот главный собор деревни Верона. Кстати, это не муниципалитет, дурацкое слово, это простая гостиница. Вот это второй справа, это украинский флаг, кто не Ферштейн. Да, вот смотрите, какая тут штучка. Кстати, это площадь Святой Анастасии. Сейчас мы узнаем. Вот этот собор тоже, Святой Анастасии, Санта Анастасия. Это я не дом, это еще Санта Анастасия. А я неправильно сказал, я вас обманул. О, брат, а может это дом? Тут он такой большой. Отсюда возьми карту. Карту возьму. А, это нельзя взять. Красиво. Thank you.
в центре. Орган не сзади, обычно, как обычно, спереди. Теперь мы подходим к дому. Все-таки тот был базилика Святой Анастасии, но очень красивая. Мы уже много чего видели. Это была одна из самых красивых. Сейчас все закрыто. Мальчишка бежал. Я боюсь, что закрыто уже, волчонок. А, нет, еще открыт. Пойдем. Давай, пока еще можно, по-моему, войти. Мы войдем. Ну. Бля, там служба. Идет служба, вот сейчас причастие. Я только вот так по-быстрому посмотреть.
No, I don't have anything. Пойдем направо, вот сюда, туда. Кстати, вот это тут, кстати. Кстати, да, давай посмотрим его, этот. Кстати, даже не знаю, как река называется в Вероне. Даже не знаю. Тут кое-что в ремонте, но... Матвей работает, а интеллигенция впечатляется. Болтаю о несбыточных мечтах. Мечтаю. Ой, каякеры где встали. Ты его занесло, не справился. Раз в это время. Видал, как с него лезет шерсть? Прям поземка. Что люди идут в Кубаево. Марсель для шерсти есть. Thank you. Я не знаю, они тут тренируются или что? Вот такой у них мост, вернее, он самый известный в Вероне. Называется он, этот мосток. Называется этот мосток, а никак он не называется. Как же он называется? Как мостик называется, Голчонок? Это, я так понимаю, местный пляж? Пошли.
пока кому-то глаз не выбили, а то меня на YouTube не допустят с выбитым глазом. Я имею в виду, если я засниму, как кому-то. Так мы не выяснили, что это как мост называется. Почему-то там не знаю почему. Вот. Смотри, куда замки, не лень вешать. Понт Скалигеро. Окей, будем считать, что мост Скалигеро. Какого года? Какого года уже? Внушительный мостик. Знаете, как всегда, я должен куда-то забраться. Вот отсюда посмотреть на все это. Галина Васильевна, откуда-то выгляни. А, тебе высоко? А. Ну, так я должен сейчас спускаться, смотрите. Так. Без спи... Ну, с одной стороны есть. Я могу не влезть, я ж толстый. Я не один такой, вон, молодежь тоже прыгает. Собака. Пацанок, тебя на мосту думал как-то сфотографировать? Куда-то вдаль, вот так. Дай-ка я. Ну, мы продолжаем нашу познавательнейшую экскурсию. Чем меньше я молчу, тем вы больше узнаете. Так, ну тут все, музеи, то все. Каждый занимается своим делом, то, что интересует, кто камешки собирает. И камушек забыла, Кривченко Дарья на пороге. О. Ну это значит, ты хочешь вернуться? Йоли-пали. Ага. Вот они, йоли-пали. Вот они все. Пали-йоли. Ну, сейчас уже все закрыто. А так, там вообще-то все это... Везде можно войти и все. Вон. С 10 утра завтра все это можно здесь посмотреть. Музей Кастельвеккио назывался вот это. На, натрили. Баран, что сказать. Так,
А вот сейчас я не знаю, куда идти. Молодцы. Ты пока иди, кусок, так. Это Кавур. Я вам так говорю, как будто вы знаете, кто это, для чего это и вообще. Но, видите, написано. Как эти башни выглядят. В лучах заката. Волчонок, ты не приняла меня. Если это по дороге будет, то мы зайдем. А где он? Какой итальянский город без украинского флага? Большой еще. Аня, у тебя, наверное, меньше. Мы опять вошли в центр Вероны. Волчонок, это что такое слева? А, нет, это игрушечный. Парень Питер. А, я думал, Жирамондо. Вот он, украинский флаг. Мы отдаляемся? Я другой взяла. А. Где-то здесь театр, я так понимаю, просто кафе так называется вот это. Вот этот дядя в розовом. Ну, попал тут. Вот что, смотри. Вот сзади в розовом сидит. Прямо по дороге. Так, ну мы идем. Это твой? Да. Я думал, нет, я не знаю, где мы находимся. Мы не увидим вечернюю Верону. Мы уже ее видим, вот что. Ты хочешь опять, чтобы солнце посеребрило верхушки деревьев? Хочешь, вот присядь вот здесь. Это у нас что? Музыкальная школа? Да. 8 минут идти. Ну что ты не нажимаешь? Мы идем, как мы идем, а потом мы свернем. Это сколько сейчас времени у тебя показывает? Не показывает? А сколько мы должны прийти? Типа? Вот там 8 минут было. 8:20. То есть сейчас где-то начало 9:00. Вот так выглядит главная площадь Вероны. Да, я туда иду. Я знаю. Можно по-другому. Давай посмотрим этот стадион нормально. Сейчас мы кое-что купили. Там. На вечерокс. Так вот мы идем. Окей, в какой угол? Туда, да, там?
мы отнесем это, потом вернемся на эту площадь. Верона-арена, мы с той стороны ее обходим. Там что-то происходит. Там концерт какой-то. Кстати, я думаю, много вилл ходят с футболками Scorpions. Может, сегодня Scorpions играют? Мы это проверим, когда придем домой. Если бы мы сходили бы на кого. Кстати, его будет отсюда слышно, если я буду орать. Надо вечером обязательно прийти что-то слухануть. Ну вот так выглядит кусочек, немножко все в раздолбанном состоянии. Потом посмотрим получше. Вот наша улица. Так выглядит. Вот домики. Вот этот наш. Номер 24. Галина Васильевна вас отведет. Закрома. Открывается дверца потайная, она же открывается для машин. Вот так я заезжал сюда. Так, вот наш вход, по-моему. Вон наша машинка стоит одна единственная. Вот наш уход. Вот лифт даже есть. Представьте, в Вероне есть лифт. Мы живем в пентхаус. Без ключика. Там? Без ключика. Не поднимешься. Поднимешься только пешком. А может вообще, а может он только на два этажа. А пешок, а потом, не, наверное, есть пешком. Вот, лифт, конечно, а-ля Советский Союз, но хоть такой. Не, он потом становится вертикально. Но ты нажал на этаж-то? А, даже не надо нажимать? Он сам знает, куда идти. Сейчас увидим. Кому-то в гости приедем. Готовы, у нас все есть. Да, у меня и салатик. Здорово. Хорош. Так, видите, нам свет. Ну, вот наша, вот сюда. Нет, это не наша, вот наша, арена. Сейчас ты получишь. У нас как раз и называется арена. Ой, девочки, что ж я тут имею в этой Вероне? Показываем наш пендельхаус. Все маленькое сразу показываю. Из-за Витьков нам пришлось все downgrade. Должно было быть прямо на арене. Вот это кухонька у них называется. Теперь у нас так называется. Пекалка берет, выключает. Это у нас панорамные окна. Это у нас это днем светло. Сейчас уже полдевятого. Вот видите, все это так. А я оттуда сниму. Так, это вот так. Это кухня / living room / дайнер и почти / Так, пока Галчонок все бегом делает. Это у нас туалет. Ну, все, что надо. Даже ванная. Можно принять лежа. Это я такой. Я устал маленько сегодня. Мы целый день, в общем-то, чего-то едем, идем. И вот спаленка. Все, больше света сегодня не будет. А этот все? А стой, может быть, здесь? Нет. Ну, окей, видно. Вот это шкафы, не знаю, что туда класть. У нас мы на одну ночь, поэтому даже... Стой, а теперь вот ты должна поиграться, может быть, в какой-то... Во! Ма, ты вас да.
мать Василия. Вот все. В общем, мы на одну ночь, поэтому даже чемоданы не подняли. Да. Ну, из машины имеется в виду. Правда? Правда. Все рассказали вам. Все. Ангелы. Зубные щетки взяли, мыло тоже. Да. И запасные труселя. Сейчас у нас примерно сколько? Около 10, я думаю. Будем так считать. Ну, плюс-минус 5 часов. Ага. Вот мы вышли прогуляться. Голубым. Да. Ну, украинский флаг. Вот там сквозь деревья. Так подсвечивается арена Ди Верона, как она, как ее называют. Не знаю, как видно это все через камеру. Глазами все очень красиво. Вон там в центре сквера. И вот арена. Ну, вот сегодня, я так понимаю, проходит опера, фестиваль оперы. Вроде бы. Как мы... А, ну да, вон, я вижу. Верди, Пуччини, Россини. Так выйдет эта площадь. Вся площадь. Рестораны. Лавагали, потом опять рестораны. Рестораны. И тебе отель Болонья, и ресторан Рубиани, и Интимиссими, и Луи Виттон. Все. Все здесь. Красиво подсвечивается. Не то, что... Мы видели Колизей ночью? Я не помню. В Риме я имею в виду. Я думаю, да. Видели? Но тут очень... Это... Что этот кошмарный цвет в моде? С такой цапочкой. С такими... Туфельками. Там тоже зеленая есть. Анасай. И сочными. Они называют это окуляры. Кроссовки, это же Агли, внизу в самом. Ёлки-палки. Вот этот коричневый инкретон лучше. Ну а тут пошла опять высокая мода. А, это уже другое, это Лиужо. Чё, Галчонок?
3500. 3500? Да, так, коричневенькая. Завтра. Сегодня мы заработаем вечером. Да, Верона очень уютный и очень старинный город. Как и казалось. Мне понравилось больше, чем Флоренция. Чем жаль, что здесь одну ночь. Все-таки она и сказала это в Live TV. Луиза Спаньолли. Ну, ее хоть можно одевать. Yeah? Вот этот был в том в городке, где мы искали этот фонтанчик. В каком городке? Три. Сейчас. Тревизо, да. Вот дизель я, вот эти вот мои кроссовки от этого орла. Я, кстати, понял, почему народ смотрит на мою несчастную камеру. Это американская фирма. Ее здесь не так, как... Ну, все. Поэтому. Она маленькая, непонятная. Да, секреты Вики. Вот фурла, или как она называется, фарла? Фурла. Все-таки фурла. Ну, excuse me, это что-то, это совсем фурла. Это детская, это не настоящие какие-то, да? Настоящие. Это пластмассовые эти? Ну, вот этот полушарк тоже во всех больших городах, во всех городах есть. Коченели, не знаю. Мотиви. Для меня все это одно и то же. Засим пока выключаю камеру. Кто хорошо слышит, послушайте.